Я, кстати, не сказал еще о самом большом, наверное, счастье. Это, конечно, счастье семьи. Абсолютно. Это когда у тебя есть близкие люди, на которых ты можешь положиться, когда у тебя есть замечательная семья, прекрасные дети, твое будущее, там что-то. Я считаю, мне кажется, это счастье. У меня, к сожалению, пока еще не сложилось. Наверное, я настолько так впечатлен тем, что я в предвкушении того, что это может произойти у меня, поэтому мне очень хочется. Видите, я об этом думаю, и значит, это должно случиться.